А мы сегодня приехали на The Great Salt Lake. И Вусик здесь был первый раз, когда еще была мама в животике. Но она не особо этому обстоятельству радуется. А я полетал, посмотрел, как это красиво все с высоты. Прекрасный запах протухших яиц как бы поливает серу на мое исландское естество. Вот, очень красиво. Сейчас распогодилось, сегодня нет мошек, яхточки, соль. Видели змею, кстати, чуть не наступили. Вот ощущение, что лежит еще очень одна большая. Ну, классно. Сегодня такой прям настоящий летний день, поэтому красота. Ну и, конечно же, вот это происходит просто на постоянной основе. Ева сегодня суперзвезда, которую все хотят сфотографировать туристы из Японии. Ева, как тебе быть суперзвездой сегодня? Вот, очень много вокруг китайских и японских туристов, которые, видя белую девочку, хотят сразу же сделать ее фотографию. Ну, ладно, мы сейчас еще немножко прогуляемся, пофотографируем, поснимаем. И поедем в Salt Lake. Скажи, Great Salt Lake. Great Salt Lake.